Я буду на связи. Аккуратная диверсия. Я внутри. Хорошо. Теперь попробуй забраться в ангар. А я пока отвлеку их внимание. Очень хитро. Зря же я пришел. Очень хорошо. Я поднялся на крышу. Скоро доберусь до центра управления связью. Я под обстрелом! Я буду на связи. Аккуратная диверсия.
не я. Я внутри. Хорошо. Теперь попробуй забраться в ангар. А я пока отвлеку их внимание. Очень хитро. Не зря же я пришел. Очень хорошо. Я поднялся на крышу. Скоро доберусь до центра управления связью. Противник, ступай в бой!
правда его снял? Ты сумасшедший. Все, я внутри. Ищи самую большую платформу. Пульт управ. И не внутри. Это может быть обычный компьютер. Ясно. А у вас как там дела? Хорошо. Я приду в диспетчерскую, устрою полный хаос. Очень хорошо. Я готов. Стреляй! Как только ты закончишь, я инфицирую системы. Thank you.
Снял. Ты сумасшедший. Все, я внутри. Ищи самую большую платформу. Несем большие потери! Это может быть обычный компьютер. Ясно. А у вас как там дела? Хорошо. Я приду в диспетчерскую, устрою полный хаос. Очень хорошо. Я готов. Как только ты закончишь, я инфицирую систему. Позиция опустела! Займите! Боец убит! Огонь! Огонь!
Надо синхронизироваться! Форма в нашем распоряжении. Можете долететь до Токио, если хотите. Возможно, я так и сделаю. Спасибо. Теперь моя очередь. Видишь, полный хаос. Даже крыша понемногу. Эй, крыша, уходи через нее. Рядом несколько зданий поменьше. По ним ты спустишься вниз. Ри, лучше поторопись. Арасака вызвала Ави.
Сработало. Неплохо ли? Так, что теперь? Теперь тебе и мне надо отступить в тень и вооружиться терпением. Я свяжусь с тобой перед началом парада. Постарайся держаться подальше от неприятностей. Как будто это я их ищу. Что такое? Ви, ты можешь ко мне приехать? Случилось что-то? Да. Приезжай. Thank you.
Хорошо, поищу. По неизвестным мне причинам определение координат невозможно. Точное местонахождение не установлено. Брат, ты лучше туда не подключайся. Поймают, так даже разговаривать не станут. Это наш сервер. Кто меня там поймает? Тигриные когти. Все равно они ни хера про локальные сети это не знают. Это 54-й канал. Время местных новостей. Кровопролитие в пустошах до сих пор продолжается. Перестрелки произошли на трассах 1, 166 и 101. Свидетели считают причиной межклановые конфликты. Что изначально было задумано как оазис роскоши, превратилось в пристанище для кровожадных бандитов и наркоманов. Кантао недавно выразила интерес к приобретению недвижимости в Пасифике с целью организовать там серверный и логистический центр. Власти обсуждают возможность продажи земли за символическую цену в 1 евро-доллар, если корпорация... Итак, Бет счастлив, я счастлива. А значит, ты получишь свои деньги, и все будут счастливы. Заказ закрываю. Спасибо, Ви.